Ну, на самом деле все получилось достаточно стихийно, потому что очень много людей сегодня посещают выставку регионов России, и нам постоянно приходилось отвлекаться на фотографирование. Но я достиг главного. Я показал Саньке все многообразие культуры российского народа, потому что как не похож юг на север, так не похож и запад на восток. И вот это разнообразие, которое подарила российская земля культуре, оно самое главное для меня. Я надеюсь, что Санта увидел это. Я очень доволен в том, что я видел. И я очень рад в том, что он меня пригласил сюда. Я буду рассказать много-много новых делах, что я раньше не знал. Я более-более... Алю, как большая русская страна. Друзья мои, я думаю, что в каждой земле много чудес. И то, что сегодня гостям Олимпиады в Сочи, я и все вы можете показать вот такой замечательный павильон, как павильон регионов России, это прекрасно. Можно приехать в один город, в Сочи, и увидеть всю красоту российской земли. Ну и еще, конечно, если побывать у меня в олимпийской резиденции. Потому что здесь официальная составляющая, а у меня творческая. Да-да-да, конечно, молодец. Сейчас. Боже, знаю. До свидания, друзья мои, до свидания.